шоу-бизнесу пиздец. Он известный продюсер клубной музыки, диджей, в прошлом радиоведущий на DFM-шоу о танцевальной музыке, создатель легендарного проекта ППК, обладатель премии РДМА в номинации «За вклад в развитие российской танцевальной музыки», глава лейбла «Аплифта», генеральный продюсер интернет-телеканала «Russia.ru». Мое мнение, на что же к музыкантам идти работать на завод, как пел, по-моему, и Шевчук, или кто пел. Давно уже, это было в 90-х годах. Заводы стоят, одни гитаристы из страны. Сейчас вот на сайте промо-диджи зарегистрировал, сейчас зайду, посмотрю. Музыкантов у нас 16906 в стране. Но еще больше диджеев. Их 24222. Я уверен, это не все. Я посоветую поменять профессию многим, потому что 24 тысячи диджеев России не нужны. России нужны максимум, наверное, человек 20, 30, 50, может. Все. Благодаря тебе многие музыканты получили путевку в жизнь, то есть... Ну, тогда уже, наверное, надо все, да? Чего уж так? Ну и чё? Что ты можешь сказать? Им? Да. Ну, я же говорил уже, в принципе, сначала всем, кто вдохновился, если у вас какое-то уже долгое время ничего особо не получается, лучше, конечно, искать другую работу. Вот, а тем, кого получается, пытаться заработать этим деньги. Возможности есть. Вот группа Hyper приезжает, английская. Они же зарабатывают как-то. Но в Англии есть государственная поддержка этим молодым музыкантам. Есть же у них там всякие программы. В Англии много чего еще есть. Там еще и налоги есть, которые все музыканты платят. Если бы 22 тысячи диджеев, 24 тысячи даже диджеев платили налоги, то тогда, возможно, была бы и государственная поддержка. Она же не может появиться просто из воздуха, да, там. Не может же так быть, что Дмитрий Анатольевич взял и сказал, давайте диджеев будем поддерживать. Они там по клубам тусуются с широко раскрытыми глазами. Музыку странную играют, бухают. Давайте их поддерживаем. Даже, кстати, непонятно, кого поддерживать. Такой профессии же нет диджея. Как в бюджете, как написать государственное? Поддержка диджеев. Раз, а их нет. Министерство по труду скажет, да нет у нас вообще ни одного диджея. А на сайте 24 тысячи. Слишком много диджеев. Диджеев больше, чем людей. Ну что, добавлю. Вот таким пессимистическим настроем. Коль, просто я тебе говорил, не надо брать у меня интервью в пятницу вечером. Ну, в следующий раз буду снимать с утра, да. Я в лучшем самом настроении нахожусь в понедельник утром. Хорошо, в понедельник утром. Да. Будет снята вторая часть. Да, я буду другой. Да, она будет оптимистическая. Музыкантам не надо будет идти на работу. Я думаю, что Сергей что-нибудь нам расскажет интересного. Вообще мне не надо верить, особенно с первого раза. И, в общем, лучше посмотреть, почитать что-нибудь, ну, несколько моих каких-то выступлений, потому что я очень разные вещи говорю. Но всегда то, что думаю. Просто в данный конкретный момент. Вот такой Сергей Пименов.